О, да ладно, вон как бургеры делаются, скукота. О, ножик, ножик, иди сюда. Огурец, горький попец, дяди, хочу тебе есть. Лучок, не морозь мой пучок, не хочу плакать. Значит, что там дальше? Сыр. А сыр в топку, вначале мясо надо пожарить. Мясо кладу, как холодцо, вот, вот так, да. Дырявая сковородка, на кой она мне здесь на кухне? Что дальше? Не довести мясо до угля, это я могу. Опа, вот это жопа. У меня мясо зависло. Фаршик подвис, ребят, что делать? Обычки. Сочные булочки, сочные котлеточки. Как там америкосы говорят, а это... Very good. Вот, все, бургер готов. Жрите, пожалуйста. Выноси, официант. А, погоди, у меня не так, тарелка нужна. Конечно, мы же в цивилизованной стране, у Америки. Тарелочку, сейчас, воткнем. Гляди-ка, даже сам бургер против тарелки, надо руками есть. Ладно, вот так, шляпа сверху и пойдет. Забирай. Че тебе не нравится, все классно. Тащи давай, или я сейчас тебя втащу. Чуть с ботва. Ну, картофа. Картошка. Куда ты пошел, еще не закончил? Вернись, картошка с булкой. Огонь. Вот для чего это дуршлаг нужен был, я думаю, сковородка. Бракованный картофан какой-то попался. Зелененький, токсичный. Официант, почему еда стухла? Зеленый, с мухами летает. Выговор, вычет из зарплаты. И минус булка. Сраный официант из него тухнет. А что они сделали? Выговор официанту, выговор. Никаких чаевых, я протестую. Все слышали, никаких чаевых официантов, то все будете иметь дело со мной. О, все, надо охладиться. Ну давай быстрее, сразу автомат. Что смотришь? Тоже хочешь лапа петь под носом, понял? Вот так вот тебе. Сейчас посмотрим, сколько ты фартовый. Берем, короче, жопку огурца. Будем играть на твое увольнение. Знаешь, вот это вот, кручу-верчу кинуть хочу, и тебя сейчас кину тоже. Кручу-верчу, огня огурец. Огурец вылетел. Ну, короче, все. Сейчас будет все сложнее. Берем еще одного стаканчика. Правило усек, но не усек твои проблемы. Посередине у нас огурец спрятан. Все, следи за моими руками. Могучими, великими, магаческими руками. Говнистыми, короче. Так, кручу-верчу. Хопа, на секундочку, все по плану, так задумано, это фора тебе, сейчас вот кручу, я если что мастер в этой игре, так что смотри внимательно, хоп, пирамидка, хоп, разъединил, хопа, а где огурец, давай гадай, на кону твоя работа, не угадал, смотри, ни здесь нету, пошел вон, и ни там нету, пошел вон, иди работай, скотина, не буду тебя увольнять, а жопа огурца все равно горькая. Я вот одно понять не могу, почему у меня рука дрявая, почему все через нее проходит. Странная какая-то дичь. Может быть через голову? О, через голову не проходит, смотри. Сир желе, сир месье. Кидаю сир, а он не липнет. Так, надо сырный челлендж замутить. Где официант? Иди сюда. Пупсичек, я тебя вызываю, зарплату повышу. Повыщу! Давай, чтоб наверняка прилипло. Опа! Ладно, все, не бойся. Давай нормально поработаем. Хоть один бургер сделаем, значит, запекаем. Тарелку сюда, еще одну здесь, третью. Ух, сколько бургеров наделаю. Так, значит, мясо готово, берем булку. Выкидываем туда мясо. Сверху накрываем другой булкой. Готово, забирай. Рыбу какую натянул. Идиотина. Мой идиотина. Вот и сыр пригодился. Сыр, чтобы копить жир. Две булки с сыром, пожалуйста. Опять улыбается. Я обожаю, как он улыбается. Ну чё, поработали немножко, можно и поразвлечься. Опа, мое цирковое прошлое. Да, жонглировать-то я не разучил. Опс. Ну ладно, с полу 15 секунд, знаешь, типа поднял, не отравишься, не страшно. Это ж бургерно, американская еда. Значит, не так сделал. Подожди, вытащи, отдай мясо, дай котлету. Вот, спасибо, тарелочка. Вот так и вот так. Все по рецепту, изысканное блюдо. Демоническая картошка так и манит меня вот так вот сделать дорожечку из картошечки. Все быстрее, больше картошки, больше дырок надо понаделать.
Горю, мои котлеточки, угольные котлеточки, потные портяночки. Все сгорело к чертям, но думаю, не запалят. Держи, чего ты скалишься, не потащишь что ли? Ты офигел, тащи, говорю, тащи. У нас безотходное производство. Американская кухня, высший эталон. У нас мясо должно быть хорошей прожарки, не вот эти угли, которые ты мне тут дал. Сраные официанты. Кто здесь повар? Я здесь повар. Вот такая прожарка тебя устраивает. Сок так и брызжет в разные стороны. Сейчас тебя все забрызгает, понял? Только ты возьмешь эти тарелочки, на! Со своей долбанной улыбкой, чтоб я тебя не видел здесь. Бесишь? Поговорю, вот если у меня будет мишленовская звезда, то у меня будет высокая зарплата, и меня будут ценить во всем мире, и все будут ходить на мои бургеры. Поэтому я решил немножечко ускорить производство. Смотри, как я все делаю. Просто хоп, тяп-ляп, и готово. Сыр, мясо, булочка, мясо, сыр, снова булочка, двухэтажный бургер. Ну где это видно? Это я придумал в моем рестике, ты представляешь? Так приходи и попробуй, познай, что такое сочный сырный бургер. Тебя разнесет во все щепки, все бока будут свисать, будешь жирный и прищавый, и красивый. Официант, последний бургер. Котлеточка, это мне заслужил. Чё не так? Сыр забыл. Пожалуйста, жирейте, не хочу. Заказы прут, надо ускоряться. Значит, я взял подопечный ножик. Будет мне помогать, это моя правая длинная рука. Смотри, все ножиком могу тыкать и делать. Включать, притыкать, протыкать. Здорово, Васек. Чё, как жизнь? Бургер нужен? Да легко, смотри, хопа. Ускоряем процесс. Одну котлетку сюда. Исследуем новый метод приготовления мяса. Надеюсь, во фритюре получится отменно, сказочно. Значит, котлетки как бы разжарятся. Что это происходит? Котлеты же и здесь тоже пожарятся. Фритюр в теме. Отлично. Значит, будем иметь в виду тарелочки. Больше тарелок. Закидываем все. Все пространство в тарелках должно быть. Все блестело и белое, чтобы было. На, готово. Есть. Вроде даже правильно бургер собрал. Сыр. Давай, котлетка. Верхняя булка. Что-то забыл. Вначале котлет, потом сыр, дрямо, башка. О, все по рецепту. Вот это понимаю. На, с двух тарелок сразу подавай. Для чисто блюдцев. Ага, ух ты, какой бургер двухэтажный с сыром. Еще срок. Не, мяса больше не надо. Все, готово, забирай. Вот эту тарелку отдай только. Чертовы лаваши. Кто сказал лаваш? Запрещены лаваши в нашем ресторане. Держи. Благо, что тарелка это не разбесный, которым бургер был. О да. Двойной без сыра. Это просто разнеси бока называется. Десна будут трещать от этого счастья. Все, по-моему, жарится. Я уже весь в масле и в поту. Да, какой сладенький. Я бы себя сам съел. Фритюр, красава. Котлетос. Это мое второе имя. А первое бургер. А вместе получается бургер Котлетович. А сама бургерная называется Котлетыч. Вообще в теме. Я просто мясник этого дела. Я мастер. Все. Спасибо, до свидания. Это последний бургер на сегодня. Да, быстрее. Беги до последнего клиента. Может, на чай дадут. А, да. 6 нормальных клиентов за сегодня. Я красавчик. Hey!
не видать ни походу Мишленовской звезды. Все пропало. Мясо тухнет, я ничего не успеваю сделать. Ты посмотри, везде дизель бомбы. Что это такое? Короче, ладно. Походу, это во всем виноваты клиенты. Бекон. Бекон! Всем бекон! Фарша нет! По бекону, вот так вот, как лавандос вам бекон залетает в ротище. Давай, и тебе тоже официально. Вот так, да, по красоте. А, чуть руку себе не шинковал. Чертов ножик. Когда у человека плохое настроение, он хавает. И много хавает. А у повара, когда плохо все с настроением, он режет. Ммм, какой аромат, посмотри, я там сколько нарезал. Опачки, не долетел ножик. Не долетел, он предназначен тебе. Фигня какая-то. Дождь из бекона и котлетоса. Дождь, дождь. Мясной дождь. Вот так, и по фритюре. Сейчас, подожди. Хочу вот так вот сделать, по красоте. Опа, как блинчики. Но только не блинчики, горелые блинцы. Ну что ты опять скалишься, а? Получать, получать, давно хотел так сделать. Все, 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 мне нужен релакс. Нужен релакс. Я нашинковался, нарезался. Теперь кладем вот так вот на глазки. Ммм, лучная маска. Фуфловая маска. Так, мне нужны огурцы. Жгорелые огурчи. Вот так вот смазываем личико на глазик. О, да, кайфовелла. Я вижу огурцы, рай огуречный. Так, мне нужно два новых огурца жареных. О, углевый рай. Жирок, масло, фритюр, котлетки, да. Так, снимите с меня, снимите с меня. Ужас, ужас пошел. Ууу, зеленые котлеты появились. Не-не-не, такой релакс мне не нужен. Давай с бекончиком попробуем. О, жир течет. А, блин, он реально течет. Жирный бекон-то. Так, давай с котлетами. О, да, это то, что надо. Эй, ты, недовольный посетитель. К тебе обращаюсь, слышь ты, вот он. Ты че там? Видишь, у тебя дождь из фарша валится, из котлет. Ты обрати на меня внимание. Слышь, я добьюсь своего. Так, понятно. Котлеты его не берут. Засранец, пойдем через бекон. Сейчас тебе кирпич прилетит, бекон. Это че моя, я просто кривожопый я какой-то. Слышь, бекон. Бекон. Бекон жалко. Ну попаду я по нему или нет? Почти. У тебя там уже запах мяса и жира. Повернись ко мне. Глухомань. Чертовы посетители. Придется тебе отдуваться. Васек. А там вообще недовольная тетка сидит. Лови кубышечку, салый, котлеточку. Заправляйся за щечку. Будешь жирная и некрасивая. Тетечка. Красноволосая. Ты... Я ж попаду по ней, по-любому, 100%. Слышь, я ж накину. Да, бинго, бинго, есть. По щам прилетело, беконом. Тоже надо. Фух, фух, ну все, я миссию выполнил.